8 марта – это праздник женский. Мальчики поздравляют женщин. 8 марта – это когда все мальчики девочкам, мамам подарки дают. 8 марта – это мамин день, любимый женский день. Мама, желаю тебе здоровья, счастья и улыбки. Мама, я тебя поздравляю с 8 марта, желаю, чтобы у тебя было хорошее настроение весь день.